Немножко концерта для вас, друзья. Так, куда плывет? На Сан-Марко. Вот в конце этого канала. Сейчас подойдем туда. Остановка. И сразу же площадь Сан-Марко через арочку, а по правую сторону Зара. Идем? Идем. Здравствуйте, дорогие друзья, мои уважаемые зрители. Рада вас приветствовать у себя на канале. Гордо, гордо. Молодец. Поднимает настроение. Смотрите, сколько людей. Все подняли настроение. Один мужчина начал. Смотрите, какие молодцы. Ура! Улыбайтесь, люди, улыбайтесь. Позитивчика побольше. Я даже рот не открываю, я даю вам возможность послушать и посмотреть. Ребята в ударе. А вот уже Сан-Марко, смотрите. Пройдемся. Я вас выведу, чтобы вы знали, где этот концерт состоялся. В Венеции 14 августа 2022 года. Вот так и поставлю вам маленькую такую зарисовочку. Чисто с этим концертом. Вот Зара, как я вам говорила. И идем на площадь Сан-Марко. Вот это парковка. Вы со мной здесь были неоднократно. Я вас проведу на площадь Сан-Марко. Чтобы вы уже знали. Дьявол, смотрите, какое популярное место, рыбное место здесь. Сколько людей в очереди на гондолы. Покататься на гондоле. И вот мы заходим в эту арочку. Вот. И выходим нам всем, нам известную, всем нам желаемую. Я так думаю, что, наверное, все люди, которые знают о Венеции, со всех уголков мира, которые знают о Венеции, хотят бывать здесь. Это точно. Вот она приветствует. Самая большая сцена Европы. Говорил Наполеон. Боже, дитё под ногами побежало. Стрекозы и бабочки.
Я так свое видео и назову. Видео без комментариев. Вот смотрите, какие окна были. Вот тут хорошо видно. Даже когда-то люди жили здесь. Вот такие вот окошки. Окунитесь в атмосферу Венеции. Хотите еще рояль услышать? Подождем. Прошли 30-е годы, да? Ветер, и просто плохо слышно, потому что ветер уносит звук нас. Уже черный рояль, ребята отдыхают. Тут уже квартет, наверное. Там только скрипач и пианист. Еще внимание на эту люстру и буду говорить вам до свидания. С вами была сегодня я. Всегда. С большим удовольствием я для вас. Когда я спряталась, отошла от часовни, от Сен-Марка на 10 шагов. Спряталась в прогулочек, чтобы сказать вам посалютарить. Кстати, венец в Италии салют – это как приветствие и как до свидания. Можно так и можно так. Чао. Чао.